кругом наши. Суперзвезда итальянской эстрады Альберт Панников, известный по выступлениям в дуэте Альбана и Рамина Пауэр, родился в Жмеринке, неподалеку от самого большого и красивого в Европе общественного туалета, который до революции был кафедральным собором. Алик рос маленьким мальчиком и к 18 годам вырос в маленького дяденьку на каблуках и в очках. В таком виде он за большой талант и 300 рублей, найденных в квартире соседа в отсутствие хозяина, был принят в стоматологический институт, в здании которого до революции был крупнейший в Жмеринке бордель. Будущий Альбана к этому времени уже работал в детской стоматологии, потому что не дотягивался до рта взрослого пациента и был известен тем, что очень плохо лечил зубы, зато мог исполнить на бормашине «Лунную сонату». Однажды ему несказанно повезло. В Жмеринке совершил вынужденную посадку самолет «Милан-Кострома». Итальянку, у которой в полете случился чудовищный приступ кариеса, ссадили с самолета и на скорой помощи, которая до революции была пожарной машиной, привезли в детскую стоматологию. Потому что все врачи из взрослой стоматологии к этому моменту эмигрировали в Америку, где впоследствии образовали группы «Иглз», «Аэросмит» и «Бон Джови». Алик понял, что настал его звездный час. С помощью дверной ручки и нитки он вылечил ей сразу все зубы, а когда она потеряла сознание от боли, тут же женился на ней. Когда Рамина Пауэр, а как вы догадались, это была именно она, очнулась, будущая Альбана, пользуясь тем, что она привязана к креслу, исполнил ей несколько своих мелодий, которые ей неожиданно понравились. Через год у них родилась первая песня. К тому времени Альбана уже жил в Италии, куда жена перевезла его в коробке из-под сапог. Дальнейшая судьба этого звездного дуэта известна всему миру.